Приветствую всех любителей паркорда на канале Technics Reviews. Сегодня я хочу показать, как выполняется плетение Solomon's Heart. Это соломоново сердце. Для этого я беру паракорд. Паракорд сваренный в два цвета. Для того, чтобы плетение выглядело более наглядно. Складываю вдвое, отделяю кусочек какой-то, скажем, на длину браслета. И поскольку сегодня только демонстрация плетения, я не выполняю никаких застежек, а только фиксирую для возможности начала работы с паракордом. Это плетение соломоново сердце, сердце Соломона, выполняется так же, как и плетение кобра, но с небольшими нюансами. То есть сейчас я показываю. Вот я закладываю петлю из синего паракорда, поверх нее кладу красный паракорд, который затем отправляю под низ и в петлю синего паракорда. То есть вот я сейчас все показываю. Вот так это должно быть. И теперь затягиваю. И то же самое повторяю с другой стороны. То есть опять петля сверху, под низ и снизу в петлю. Даю рассмотреть. Вот это положено начало плетения. То есть сделано так, как плетется кобра. Плетение кобра у меня уже представлено. Можно найти в плейлисте «Энциклопедия паракорда» на моем канале. Ну, вот здесь начинается самая суть и самая тонкость плетения Solomon Heart. В чем она заключается? Она заключается в том, что если бы мы выполняли плетение кобра, то мы бы опять закладывали синий шнур. Но поскольку мы плетем Solomon Heart, то теперь вместо синего мы закладываем красный. То есть мы выполняем чередование. Два раза поверх направляющих кладем синий, вот он один раз, и второй раз лежит поверх направляющих. И меняем цвет. То есть теперь два раза поверх направляющих будет идти красный, а потом опять будет меняться на синий. Вот теперь я синим делаю то же самое. Тоже даю рассмотреть. И затягиваю. Вот. И опять красный. Вот то, что я сказал, что два раза синий и два раза ложится красный. Поверх, под низ и в петлю. Я дам рассмотреть. Вот так вот. Затягиваю. И теперь опять меняю цвет.
То есть две синих, две красных. Значит, теперь опять должна идти синяя. А красная идет сверху на синюю, под низ и заходит в синюю петлю. Вот так. Опять красная наверх и снизу заходит в синюю. После чего опять выполняется смена цвета. То есть две синих, две красных, две синих. Значит, опять смена цвета на красный. И все выполняется одинаково. То есть это то же самое, что плетение кобра, только при плетении кобра все время один цвет повторяется и справа, и слева, и справа, и слева, и справа, и слева. А здесь через каждые два прохода или две петли происходит смена цвета. То есть вот сейчас у нас опять идет красный сверху над направляющими, и в следующий раз уже, то есть вот происходит смена цвета, теперь над направляющими ложится синий. Я теперь начинаю немножко быстрее, потому что уже достаточно показал в замедленном варианте, как это выглядит, для того, чтобы можно было рассмотреть и повторить. И теперь чуть-чуть быстрее, для того, чтобы показать всю красоту этого плетения. То есть я проплету небольшой участочек, для того, чтобы полностью можно было представить все плетение. Демонстрация плетения выполняется, как обычно, из 5-миллиметрового паракорда украинского производителя фирмы Valtex. Смена цвета. Опять смена цвета. Ну и на этом, наверное, можно остановиться, потому что теперь уже видно все плетение, как оно выглядит. Вот так выглядит плетение. Оно, вероятно, и называется Соломон Херц, потому что ну, здесь вот такие как бы стилизованные сердечки. Сердце Соломона.
или Соломоново сердце. Это то плетение, которое я хотел сегодня показать. Плетение Соломоново сердце. Подписывайтесь на мой канал. Я буду показывать еще много разных интересных плетений из паракорда, которые применяются как для декоративных браслетов, так и для браслетов выживания. На этом сегодня все. Пока-пока.